Аналитика от MaxiForex используется информационным агентством Банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 14 февраля. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от MaxiForex. На вчерашних торгах единая европейская валюта несколько усилилась против американского доллара после того, как участники заседания Большой Семерки распространили совместное заявление, в котором обозначили коллективное намерение избегать конкурентной девальвации. Евро-доллар в ответ на это преодолел максимальный уровень вторника 1.3475 и протестировал пиковую вершину на отметке 1.3519. Опубликованные к этому времени данные по розничным продажам в США, превысившие прогнозы аналитиков и подтвердившие рост американской экономики, остановили подъем евро. Восходящий импульс угас и на фоне фиксации прибыли и закрытия сделок на покупку пара развернулась на снижение. Падение курса единой валюты было стремительным, и в ходе американской сессии евро утратил все свои достижения, зафиксировав минимальный уровень на отметке 1.3426. Здесь же, вблизи достигнутого минимума, пара и завершила дневную торговлю. В нашем прогнозе на четверг предполагаем возобновление снижения курса единой европейской валюты к ценовым уровням 1.3420, 1.3385, 1.3354, 1.3321. Продолжение подъема пары может стать актуальным только в случае преодоления вчерашнего максимума 1.3519 и закрепления валюты над ним. На торгах в среду фунт дешевеет против доллара США третий день подряд, вернувшись в зону шестимесячных минимумов. Драйвером снижения стала публикация Банком Англии отчета по инфляции, в котором отразились серьезные риски для экономического восстановления страны, а также угроза стагфляции. Фунт-доллар на этом фоне снизился против всех основных валют, а стоимость кредитования десятилетних британских облигаций достигла десятимесячного максимума. В своем вчерашнем выступлении глава Банка Англии фактически признал сложность текущей ситуации и пообещал принять дополнительные стимулирующие меры для поддержания экономики Великобритании. Настрой рынка по отношению к фунту в связи с этим остается крайне пессимистичным. Инвесторы используют любую возможность, чтобы избавиться от британских активов. В результате, пройдя на вчерашних торгах от азиатского максимума 1.5688, 164 пункта, курс пары зафиксировал минимум на отметке 1.5524, завершив дневную торговлю вблизи достигнутого уровня. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение снижения пары к сильному уровню поддержки 1.5484. В этой зоне вероятен коррекционный откат пары и подъем курса британской валюты к ценовым уровням 1.5548 и 1.5584. Если этот последний уровень будет пробит, подъем пары продолжится ориентировочно к ценовому уровню 1.5640. Далее ожидаем возобновления снижения пары в направлении предыдущего минимума. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на четверг. Снижение котировок на вчерашних торгах несколько изменило техническую картину происходящего, передвинув основные уровни по золоту и серебру на новые позиции. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту сейчас находится на уровне 1645 долларов за тройскую унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующим целям – 1662 и 1670 долларов за унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на уровне 1625 долларов. Если он будет пройден, возможно дальнейшее снижение золота к целевому уровню 1610 долларов за унцию. Серебро в аналогичной динамике также изменило положение металла, при этом уровень сопротивления для него сохранился на прежней позиции – 31 доллар 20 центов за унцию. В случае, если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться к целевому уровню 31 доллар 60 центов за унцию. Уровень поддержки серебра сместился на отметку 30 долларов 60 центов. Если котировки преодолеют, его снижение продолжится далее к целевому уровню 29 долларов 90 центов за унцию. В
экономической статистике четверга Япония и еврозона, включая ведущие экономики региона Германию, Францию, Италию и Португалию, представят предварительные данные по изменению объема ВВП за четвертый квартал и период с начала 2012 года. Кроме того, Банк Японии опубликует решение по основной процентной ставке и комментарий к решению. Изменений здесь не планируется. Норматив ставки будет сохранен на прежнем уровне менее 0,1%. Сегодня же состоится пресс-конференция руководителей Банка Японии. А в американской статистике будут опубликованы еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от MaxiForex используется информационным агентством «Банкир.ру», ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.